Всем привет! Сегодня я хочу показать, как в FL Studio можно записать рок-композицию, например, группы Deep Purple Sail Away. Давайте послушаем и посмотрим, что получилось. Поехали! Итак, что я здесь использую? Хай-хет, вообще все барабаны. Это живые барабаны. Я использую Тама, записанные где-то там в Калифорнии на какой-то студии. Я скачал очень давно. Но вот, допустим, бочка у меня Никельбак группы. Рабочий тоже. Томы тоже Тама, тарелки, Жилдиан. Так, клавишные Хаммонд. Что еще? Бас-гитара, бумстик такой есть. Бумстик, брумстик. Я его все время брумбастик называю. Fender Bass, ну, звучит более-менее нормально. А, гитары я прописываю в... В Audition, Adobe Audition. И получается довольно-таки неплохо. Ну вот как-то так. Что еще тут рассказать? Если вам интересно, как я это все сделал, пишите, я вам более подробно обо всем этом расскажу. До скорых встреч!